Приятно видеть друзей. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, на нашу честность и искренность во всех вопросах. И не только в плане работы организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Но, согласитесь, накопилось очень много проблем. У нас здесь, в общем доме, проблем, которые надо решать. Нагорный Карабах и Приднестровье. Много других менее значимых и звучных проблем. Сегодня добавилась Украина, и я частенько, может быть, слишком часто критикую ОБСЕ за то, что эта организация, прежде всего, по безопасности на европейском континенте, и закрывать сегодня глаза на эти проблемы ни в коем случае нельзя. И то, что мы долгое время на уровне глав государств не можем собраться и обсудить эту проблему, наметить какие-то пути выхода из существующего положения. Поэтому очень много проблем, на которые не просто уже обратить внимание, их надо собираться и решать. Если не удастся решить, но хотя бы наметить пути, перспективы какие-то. В противном случае зачем создавали организацию?